нету ни голоса, ничего нету. Но зато есть радость. Счет на табло, и мы в 1/4 финала такого турнира. Спасибо, я же еще не устану повторять, нашим болельщикам, в первую очередь харьковским, и, конечно же, всей Украине, которые нас сегодня поддерживали, что верили в нас до конца. Я верил до конца, что все сложится для нас и для украинского футбола положительно. Так и получилось. Спасибо «Металлисту», спасибо Маркевичу, спасибо всем, всем, кто нас поддерживает. В этом-то и проявляется мужской характер. Давление на всех и всегда. Не все его выдерживают, правда. Но «Металлист» выдерживает любое давление. Мы не спеша будем вкушать это действо чудесное под названием футбол. Мы спешить не будем, поэтому мы будем вот так вот потихонечку. Может, хотелось бы и сразу, конечно, выиграть Лигу Европы, но все будем делать постепенно. Я ставлю задачу выиграть следующую игру. Это основное. Потому что если ставить задачу Лига Европы, люди расслабятся в чемпионате. А зачем тогда? А как попасть в Лигу Европы или там Лигу Чемпионов, если не выигрывать чемпионат? Нет. Надо выходить и выигрывать. Действительно, Дэш, когда не забил пенальти, так, наверное, у многих там в голове закралось, что уже все пропало. Ну, а хорошо, что еще забили на 81-й, по-моему, и на 87-й. То есть «Металлист», как говорится, сыграл до конца, и было там еще, могли на контратаках убежать. То есть, ну так, хорошо сыграли.